«Леди Аврелион, я ищу вас вот уже несколько дней. У меня очень плохие новости». «Этого-то я и боялась. Князь Кхаланос потерпел неудачу?» «Именно так. Он пал в бою от клинка ужасного принца демонов. Где угодно!» «Возможно, мы должны позаботиться о защите Ултуана и готовиться к худшему». «Нет. Империя должна выстоять. Мы знаем, что люди могут проявлять слабость, их легко развратить, но они наша величайшая надежда. Ултуан больше не может в одиночку защищать весь мир. Империя не должна пасть. Вы должны отправиться на юг и найти верховного командующего Тренкенхофа. Он объяснит, что делать». «Я все сделаю, как вы скажете». «У меня для тебя есть новый союзник. Великий орел Алкантар прибыл из Ултуана. Он согласился помочь тебе в этой войне. Но теперь мне следует поспешить к другим делам, а пока желаю тебе всего наилучшего». «Не страшитесь врага! Бейте быстро! Бейте наверняка!» «Я укажу вам путь!» «Я укажу вам путь!» «Нужно препятствовать хаосу во всем!» «Оттуда обзор лучше, предводитель!» «Чтобы дойти туда, нам день потребуется слав время!» «Приближается!» «Свалим их с ног!» «Ваших воинов осаждает враг!» «Эти адские пушки нужно заставить замолчать! Нужно уничтожить их, пока они не уничтожили нас!» «Мы день отправимся слав немедленно, приближается. Предводитель!» «Свалим их с ног!» «Отсюда мы сможем простреливать все поле боя!» «Коготь орла наметил новую жертву!» «Врагам не справиться с воинами Ултуана!» «Стены не защитят их!» «День зла приближается!» «Величайший из детей Ултуана слышит ваш зов!» «Белая башня
пронзает небо. Врагам не справиться с воинами Ултуана. Тень зла приближается. Белая башня пронзает небо. Тень зла приближается. Врагам не справиться. Я рада с воинами угодить Ултуана. Вам, предводитель. Почувствуй белый огонь Хаэта. Стена пробита, госпожа! Стена пробита! Ваших воинов осаждает враг. Врагам не справиться с воинами Ултуана. Нанесем удар издали! Тень зла приближается! Энергия Сафери течет во мне. Нет более ясного пути. Я ждал этого мгновения. Неблагоразумно, эти несчастные слишком долго избегают своей судьбы. Не могут им повредить! Я шествую туда, куда судьба ведет меня. Ваших воинов осаждает враг. У смерти много обликов. Силах разрушить целые города. Одной только мудростью не выиграть войну. Мы оплачем павших. Врагам не справиться с воинами Ултуана. Врагу не выстоять против магии Белой башни. Мой посох бойцы, направляет судьба. Дайте волю буре Ултуана. Тень зла приближается. Коготь орла даже всегда находит цель. Стены не защитят сделать. Их. Приказ понял, предводитель. Дайте волю буре Ултуана. Огонью! Огонь!
Ваших воинов осаждает враг. Этого мгновения. Бейте насмерть! Тень зла приближается. Займем этот район. Конец мира, быть может, еще не пришел. Показался враг. Вперед! Нельзя позволить миру пасть под натиском хаоса. Вкуси! Бойцы, поджигайте стрелы! Вот я вернулись. Приказ понял, предводитель. Врагам не справиться с воинами Ултуана. Я ждал этого мгновения. Меняем место, предводитель. Ваших воинов осаждает враг. Целься! Огонь! Займем этот район! Меняем место, предводитель! Бойцы, целься! Стрелы. Огонь! Врагам не справиться с воинами Ултуана! Приказ понял, предводитель! Дайте Вы волю бури Ултуана! Вы захватили добычу, как коршун хватает свою жертву. Нужно препятствовать хаосу во всем. Врагам не справиться с воинами Ултуана. Врагу не выстоять против магии Белой Башни. Пусть прольется смертоносный дождь. Приказ, дайте волю буре Ултуана. Врагам не справиться с воинами Ултуана. Бейте насмерть. Бойцы, поджигайте стрелы. Дайте волю буре Ултуана! Я уступлю вашему требованию, предводитель. Тень зла приближается. Мы выступаем немедленно. Этого мгновенья. Показался враг! Вперед! Врагам чистейшая магия подчиняется мне. Конец мира, быть может, еще не пришел. Это место станет моим убежищем. С нами сила Ултуана! Чистейшая магия подчиняется мне. Энергия сапфира течет во мне. Тьме не одолеть нас. Пусть прольется смертоносный дождь. Мы за летописи короля Феникса
сохранят запись об этой победе. Мы захватили стены, Аврелион. Сражение скоро будет закончено. Мощь Ултуана.